Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я хочу поделиться с вами буксом, называется Tokens Pool. Это e-books плюс кран. Значит, ну так здесь вот он выглядит. Кран, ПТС, лотерея, автокран, офервал. Ну, все такое, значит, 3089 юзеров, участников. И вывода уже 84 вывода. Вывод здесь идет на биткоин Faucet Pay. Далее биткоин кэш также Faucet Pay. Вот это я не знаю, что это за платежная система. На Pair, A2Cash. На Pair от 1 доллара минимальный вывод. И Bitcoin Cash Wallet. Это прямой кошелек, значит. Здесь выплаты. Ну, в основном все выводят на Pair. Мы зарабатывать здесь будем в долларах. Вот. Ну, кто-то на крипто... Ну, вот. В криптовалюте выводит. А так в основном все... На Pair кошелек. Так, регистрация здесь. Я зарегистрирована, конечно же. Регистрация. Сейчас я вам покажу. Значит, email, username, пароль, два раза пароль. Капча здесь как таковой нет. Можете поменять, будет капча. Я не меняю. Нажимайте регистр. На почту вам придет письмо. Мне письмо пришло в папку спам. Вот здесь, видите, мне нужно email. Вот так уж. Ставить вход по email. И паролю. А здесь опять эта капча появилась. Так, автомобили. Логин. Так, пароль обновим. Значит, ну, это наша домашняя страничка. Вот это 8 центов, друзья, я заработала за вчерашний вечер. Я уже ближе туда к вечеру, уже поздненько было, зарегистрировалась, и это я на кране. Вот. Это депозит, если рекламку закидывать, это по желанию. Вот, ну, как бы здесь... Статистика в профиле. Здесь вот можно здесь попасть в профиль. Здесь особо ничего такого и нет. Здесь если только изменить пароль. Возвращаю дашборд. Далее что? Здесь наша криптовалюта. Вот это здесь Pair. Когда мы будем выводить, опускаемся в самый-самый низ. Здесь прописываем Pair кошелек. Будем прописывать и нажимать вывод. Как я уже сказала, минимум на вывод 1 доллар. И как можно как бы минималку набрать очень быстро. Это я только немножечко поработала на кране, так как сбор каждые 5 минут. Вот, и 8 центов. Я считаю, это неплохо. Ну, давайте пройдемся. Значит, вкладочка «Рефералы». Вот здесь вот наша партнерская ссылочка. Вот она красным выведена. Увидите. Здесь у нас... Это я вот не знаю, что это такое. Я сюда не лезу. А, это если мы переведем на русский. Так, сейчас я переведу. Переведешь русский. А, таблица лидеров. Далее здесь достижения. Также можно проходить, получать как бы достижения. Просмотреть 10 объявлений, 20 объявлений. Как бы. Ну и вот, посмотрите. Игральная кость я не лезу. Автокран у меня не работает. А, вот заработал. Или нет, это не автокран. Это вот здесь реклама какая-то, все. Вот. У вас недостаточно энергии для автокрана.
Я ручной кран. Вчера вот работала. Здесь опять вот эта рекламка выпадает. И я... У меня вчера здесь видео было. Я отключила просто звук. И все, опускаемся обратно. Все ниже, ниже. И вот здесь вот такой автокран. Нужно разгадать. Значит, 10, 5, 2. 10 разгадываем. Так, 10. Это у нас будет 5. 2. Опускаемся обратно. Все ниже, ниже, ниже. И вот здесь кликаем на синюю вкладочку. И мне засчитали вот зачет 0.007. Окей. Далее. ПТС рекламка. Букс, как я уже сказала. И здесь столько у меня вчера много было реклам. Нажимаю на синюю вкладочку. Нас перебрасывает на страничку. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Кликаем. Нас перебрасывают на рекламируемый сайт. Так. Ну и все. Мне зачет. Далее. Лотерея я не опять. Также не захожу. Аферовал я не люблю. Здесь реклама. Секундочку. И рекламка, значит. Название, описание, реферальная ссылочка. И так, сейчас я опять переведу на русский. Тогда. Господи, как. Русский язык. Так, вот название, описание, реферальная ссылочка. Здесь просмотры. Сколько вам надо просмотров. И здесь секунды. 30 секунд. 10 секунд можно выбрать. Но для этого нужно пополнять кабинет. Рекламный баланс. Также можно пополнить, если кто захочет, с баланса на вывод, на баланс покупок. Ну, вот депозит здесь. Так, создать, это управлять компанией. Далее перевод. И здесь вы можете переводить только с основного баланса на депозитный баланс. Этот процесс необратим. И делаем, как бы, перевод. Это все по желанию, а так все без вложений. Что еще здесь? В игры я не захожу. Профиль я показала. Это история. Вот я вчера здесь пособирала. Ну, в принципе, и все. Вот такой букс будет, что выводить. Естественно, я запишу видео по выводу. Моя пригласитель. Вот у меня уже 9 центов. Уже проверила на вывод, и она выложила мне скрин, как бы показала, я видела вывод денежных средств. Но, тем не менее, хочется собственноручно проверить на вывод. И здесь можно, опять же таки, переводить. Если я переведу вот 0.09 центов, это я получу, если я в Payeer, в долларах. А это в криптовалюте. Это столько вот я, например, биткоин сатошиков получу. Или биткоин. И столько я получу сатох. Как бы это все. Тут нет, это показано. Сколько это самое. Минимум сумма вывода. Так, Payeer. Да, вот минимальная сумма на вывод. $1. Видим. Значит, давайте посмотрим. Биткоин. Значит, минимум сумма
в биткоинах 50 USD, друзья. Конечно, это очень много и это долго. Биткоин кэш. Да, на FaucetPay 1 доллар. Это кто хочет, что у нас здесь еще есть? Вот это я не знаю, что это такое. Ну и биткоин кэш на кошелек. Также обратите внимание, написан 1 доллар. Интересно. Но я буду выводить на Pair, естественно, когда будет что выводить. И вот минимум как бы 1 доллар. И Advanced Cash 2 доллара. Минимальный вывод. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.